Первое, чем можно нас поздравить, с тем, что концерт не состоялся. Это уже большой подарок в сравнении с предыдущими годами, когда у нас не было такой веселой интриги. Поэтому с наступающим вас новым годом, который, дай бог, станет годом новых открытий, новых реальных и виртуальных решений, что для меня также интересно, как ведущая программа «Рунет сегодня». Здоровья вам, счастья, всего самого хорошего.